Мы находимся на выставке CPM-2019, и рядом со мной Анна, представитель 1С. Но расскажите, как реагируют посетители выставки на такой, ну, непрофильный, скажем, стенд? Здравствуйте. Ну, на самом деле реагируют по-разному. Часто к нам подходят клиенты, у которых конфигурация есть, но внедрить они ее не могут. И это, к сожалению, достаточно частая проблема у малого и среднего бизнеса. И как мы им можем помочь? Ну, проблема заключается на самом деле в том, что при внедрении конфигурации есть два основных подхода. Либо клиент взаимодействует с техническим специалистом, с программистом. И это тяжело, потому что технический специалист требует своего языка. Либо с менеджером, и это тоже бывает тяжело, потому что менеджер может не понимать проблем бизнеса. Мы эту проблему решили. Нам достаточно просто рассказать, что требуется в качестве результата, какие есть проблемы у бизнеса. Мы это все поймем, переведем в задачи и реализуем. То есть это можно решить только на выставке? Или нет? Вы еще можете помочь в какое-то другое время? Как это все происходит? Разумеется, мы можем помочь в любое время. Мы являемся партнером фирмы 1С, компания Soul IT. К нам можно обращаться, писать, звонить. Мы очень дружественны к нашим клиентам. Спасибо большое. Удачного вам дня и адекватных, спокойных клиентов.